Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Killzone Shadow Fall, то есть в плену сумрака, или, что более верно, падение тени, потому что наш герой тень. И он определенно пал, потому что он вышел из-под контроля своих покровителей и занимается чем-то непотребным, понятным только ему. По сути, намечается война, мы пытаемся ее предотвратить, при том, что обе стороны, руководство обеих сторон, просто рьяно идут к этому. Ну и среди прочего, мы в предыдущей серии сломали игру, то есть мы убили Тирана, но убили его так, что он ничего не понял и тупо перестал сопротивляться, то есть его искусственный интеллект отказал. Мы умеем, мы могем, мы практически каждую игру так ломаем. Но тем не менее, пришла пора двигаться дальше, потому что, как видите, сейчас объявление войны. Шталь ждет этого, и он сразу кинет в бой, он выжидает. Ну, реально, просто против такой армады никто ничего не сможет сделать. И Синклер этого совершенно не понимает по непонятным причинам. Теперь мы с тобой оба изгои. Может быть, в нашем случае это не так уж и плохо. Девчонка вообще молодец. Умна, красива. И воюет как надо. Да, пипец. Все-таки в игре настолько эпичные виды, настолько крутая графика, и настолько крутой дизайн, что это просто обалдеть вообще. Подходим к базе Штали. Заваруха пошла. Наши шпили прилетели, виктанские. Офигеть! Чепик. Эхо, что не так? Штали использовал его. Да, у виктанцев проблемы. Обалдеть. Что это? Как Эми, что ли? Но он действует только на одну сторону. Офигеть. И каждый из них набито тысячами людей. Десятками тысяч. Твою мать. И все это из-за одного, ну... Не одного, но из-за идиота Синклера. Упертый баран. Теряю управление. Да. Страшно, на самом деле. Вот так вот, когда понимаешь, что твоя жизнь зависит от кучки политиков. Который себе на уме. Эхо, ты слышишь меня? Мы поднимаемся. Да, похоже на то. И мы уверенно идем к финалу. Я думаю, это будет последняя серия. Пусть то, что произошло, уже по-другому быть не может. Так, я стрелять могу? Нет. Обалдеть, конечно. Ракеты, срочно маневр уклонения. По мне ракеты. Так, спокойно. Главное, не нервничать. Ай, тянь! От ракет на ракеты засмотрелся. А почему я наверх полетел? Ой, то есть вниз полетел. Я же вроде в гравитационном колодце. Это Келлан. Ты цела? Эхо, ты слышишь меня? Так, ну хорошо. Усмотрелся на ракеты и ударился об стенку. Не надо так. Я не понял, что это за оружие. Может, это в третьей части было? Третья часть что-то не очень хорошо помню. Или здесь что-то про это говорилось. Как обычно, я, наверное, прослушал. Эхо,
Что это была за вспышка? Ну ладно. В комментариях, я думаю, напишут. Так, приготовились. Не лажаем. Ой-ой-ой. Так, прошли. Тютелька в тютельку. Хорошо притормозили. И, в принципе, я думаю, сейчас поспокойнее будет, пока мы внутрь не попадем. Так, я могу стрелять, отлично. Интересно, а чем мы стреляем таким многозарядным? И ракетами, главное. Откуда они у нас? Хорошо, а мне кажется, или... Нет, мне не кажется. Я все правильно делаю. Отлично. Не знаю зачем, но сделал гадость сердцу радость. Никого. Так, откуда лупит? А, вон, понял. Свободно. Смотри, живой еще. Вот точка входа, да? Офигеть просто. Блин, народу хватает так-то. Да и понамать. Как? Куда я... Хорошо. Нашу песню не задушишь, не убьешь. Да, блин. Я сам себя, как обычно, убиваю. Это не так просто, как кажется. Но, блин, хочу отметить, что целиться на геймпаде... Очень удобно, реально. Это самый удобный геймпад на свете. Я раньше так говорил про геймпад для Xbox 360, который является моим любимым. Сколько я на нем наиграл, это обалдеть. Но этот гораздо более удобный. Не знаю, хват какой-то такой прям идеальный вообще. Стики расположены очень далеко друг от друга. Да его нажимать. Стики расположены далеко друг от друга, разведены в стороны и при этом симметричны все-таки. То есть все как нужно. Повторюсь, я и на геймпаде от Xbox One уже успел поиграть, но он вообще никак не изменился со времен Xbox 360. В принципе, этого было бы достаточно, но на PlayStation 4 реально просто удобнее. Получилось удобнее. Именно из-за несимметричного расположения стиков. Вернее, из-за точного поймал. Опять же, мое мнение. Не буду никому навязывать. Так, хорошо. А теперь пришла пора ножика. Я уже соскучился по этому делу. Найти штали. Как давно я ждал такой объективы.
Ого, ничего себе. Вот это мне пригодится против каких-либо роботов. А с остальными я и так неплохо разбираюсь. Куча патронов. Оружие менять я не буду, если бы только на влук. Адреналин мне не нужен. Пульвер точно нет. Кайзер отнюдь. Хедра, серп. И ни одного влуга. Да ладно. Вот она, моя пушка. Так, вольтаж, она, кстати, очень крутая. Но я предпочитаю более компактные вещи, потому что вольтаж, он реально пока раздуплится. Он убивает, конечно, врагов щитами, но, как вы знаете, я с ними и так неплохо справляюсь. Так что возьмем самое простое на самое действенное. Отлично. Ну, это было ожидаемо. Я с самого начала говорил, что будет война. Ее никак не предотвратить. Ладно. Спокойно. Спокойно жжем танки. Не вижу. Прилег. Все, всем хватило. Еще вопросы есть? Голос-то. Да, неприятное место со всех сторон. Да, тут у нас будут проблемы. Нужно двигаться. Скотина, живой еще что ли? А, у меня же импульсный, что я делаю? Так, вот все, теперь мы выживем. Фу. Я думал, тут пропасть. Тяжелый, да? Хорошо. Ну что ж, вы не двигаетесь все. Я ж вас так вообще в легкую поубиваю. Ладно, ребята. Я тут. Щитом. Добрался. А, откуда ты там взялся? Вашу мать. Вот это было неожиданно.
Твари. Чуть не убили окаянные. Я сейчас прижму самих так, что... Пусть все захрустят. Так, ладно, поменьше резать. Напоминание себе. Живой. Короче, пока они тут возятся, надо как-то дурить их, что ли. Вот так вот. Ах ты, скотина. Щитом прикрылся, значит, да? Двое? Вот это уже опасно. Пипец. Давай, родная, давай, живем, 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 надо жить. Анимация, не сейчас. Фух. Да ебона мать. Ну ладно. Хорошо, я понял. Это будет непросто, это все. А кто говорил, что будет легко? Никто не говорил. Эти четыре уже выглядят не такими сложными на общем-то фоне. Твою мать. Где второй? Успел? Шары, мать вашу. Меняй оружие, меняй оружие. Чит отключился же, мать вашу. Че, вообще что ли потерянный? В одиночку лезть практически. Сука, на! Простите, я на нервах весь. Давай, давай. Ага. Так, ладно. Ну, без кайзера я бы тут просто... Ой, без влага. Я бы тут просто ничего не сделал. Чё? Ох, ладно, давайте после такого мяса посмотрим на прекрасный вид. Где ещё такое видишь? Очень странно, кстати говоря, мы же только что летали в космосе в невесомости.
А теперь мы вроде как в высших слоях атмосферы. Верхних, вернее, высших, говорю. Окей. Я, видимо, что-то путаю. Так, ну хорошо. А, вот, смотри. Я вижу, ты намерен убить меня. Я понимаю. Ты хочешь спасти свой дом. Это похвально. В тебе есть то, чего так не хватает многим из твоих сородичей. Виктанцы эгоистичны. Они думают только о себе. Они взирают на своих соседей с презрением. Каждый стремится урвать кусок побольше. В ваших сердцах нет любви, только алчность. Это та слабость, которая не позволяет вам сравняться с нами. У нас есть то, что делает нас сильнее. В нас есть вера. Вера, которую не искоренить, как бы вы ни пытались. Знай, убив меня, ты ничего не изменишь, лишь отсрочишь неизбежное. Все сводится к простой биологии. Ты родился не на той стороне, маршал. Другие восстанут и займут мое место. Но это будут другие, а ты уже труп, все, смотри. Меня устроит то, что ты сейчас просто кончишься. Шталь, давно не виделись. У Терацида была причина. Слабые погибли. Выжили те, кто должен был. А теперь вас постигнет та же участь. Так хочет история. Хелгасты не могут больше жить в тени Векты. Офигеть просто. Какая же гнида, это ужас просто. Пульсар Земле. Я нашел оружие. Вас понял, Пульсар. Занимаем оборону. Я ошибался в тебе, Лукас. После всего, что эти сволочи отняли у нас обоих, я не ждал, что ты станешь предателем. Тем, кому нельзя верить. Пока существует новый Хелган, мы всегда под угрозой. Я доказал это. А сейчас я покажу, как уничтожить угрозу. Навсегда. Я всегда защищал тебя, сынок. И мне жаль, что не вышло. Охренеть вообще. Он что, убил меня? Это конец такой, что ли? Да вы издеваетесь. Это концовка? Я просто такой... What? Что? Ну, что я хочу сказать по всему поэтому? Скорее всего, после титров будет какое-то послание к нам, но в итоге... По финалу это просто выворот мозга, никакого хэппи-энда, и это, по-моему, хорошо. Ладно, допустим. Я, конечно, не ожидал, что все так получится. Что еще? Что происходит? Центр, это 2-Альфа-7. Я потерял связь с 2-6. Что-то явно не так. Кажется, у нас тут диверсант. Понял вас, 2-7. У нас множественные нарушения безопасности. Пока держите позицию. Будет больше информации, сообщу. Прием. Понял вас. Дерьмо.
Не знаю, что происходит, но получи. Мне кажется, мы играем за девушку. То есть за агента. Включить камеру, конечно. Фу, так, герой возвращается домой. Ага, понятно. Офигеть. Ну, то, что еще после титров в итоге пошло вот это. Это тоже удивительно очень, да. Не хочу стелс. Так, а тут у нас что такое? Короче говоря, судя по всему, судя по маскировке, по этим всем ботам, мы реально играем за нее. Так, ну-ка давай попробуем. Не знаю, но смысл-то в этом все равно шумно получается. Примерно как выстрел с глушителем. Ладно. Окей, так, новое досье. Досье на Лукаса Келлана. Убит при исполнении, да? Точно, это так. Отлично. Не знаю, меня это на самом деле опечалило. Но с другой стороны, я не успел к нему как-то привязаться. Герой был, по сути, довольно безликим. Но это очень печально все равно. Управлять мы этим не можем. Но это парк, мультиплеерная карта проходит здесь же. Поэтому, в принципе, я локацию, наверное, знаю. Хорошо, ладно, типа осмотрелись. Так, сейчас у меня маскировка перезарядится. Вот все, теперь пошли. Отлично, не ту кнопку нажал. Просто гений. Ох, ладно, так. Хорошо. Никто нас не замечает, просто идем вперед. Интересно, тут я пройду или шваркнусь? Да, тут у нас очередная невидимая стена. Круто. Обожаю невидимые стены. Капец, я наглый. Так, а это что такое? Нормально, что-то есть подозрение, что на пол наступать не стоит. Да нет, нормально. Хорошо, аккуратненько. Сюда мы не попадаем. Так, что это я сделал? Камеры где-то ликвидированы. Осталось еще 20 метров наверх и 40 метров вперед.
Так. Ты бы ушел куда-нибудь? Нет болезней. Так, ладно. Ладно. Здравствуйте, не обращайте внимания. Я просто спецагент на задании. Готово. Так, и последнее куда-то наверх надо пилить. А наверх мы сможем попасть... А, вот. Понял. Опа-па. Это будет интересно. Прикольно. Это не очень хорошо. Она же тут? Ну а что нет-то? Ага. А где винтовка? Как же тут было? Так не говорите, что она вниз упала. Я ее типа взял, ладно, допустим, так, тихо. Хорошо, значит она у нас за спиной где-то. Так, аккуратненько. Я упаду, и, соответственно, потратится жизни, я потеряю маскировку, поэтому не стоит. Лучше как-нибудь вот так. Фу, посижу, отдохну маленько. Интересно, это оно? Походу таки да. Блин, прикольно, это что вообще? Почему? Почему это все вообще происходит? Хорошо. Когда Хелгасты впервые пришли к нам, казалось, мы сможем жить в мире. Через их страдания мы думали проявить свою гуманность. Но мы ошибались. Нам тогда еще следовало понять, что Хелгасты давно утратили все человеческое. Они чудовища. Они не разделяют наших ценностей. Мне жать? И не заслуживают сострадания. Это за Келлана. Офигеть. Не, это реально круто, конечно. Прощай. То самое место, где было нападение Хелгаста в черной руке. В сердце, да? Фу, ну вот теперь, я думаю, совсем все, да? Ну да. Короче говоря, что я хочу... Офиген. Что я хочу сказать? Это офигенная игра, очень челленджевая, довольно сложная, безумно красивая, но при этом, опять же, не надо ожидать от нее какого-то прорыва, каких-то новых идей. Это, по сути, крепко скроенный, ладный такой шутер, который приятно пройти один раз и забыть. На лонче консоли приятно, что есть игры такого уровня, и плохо, что в принципе кроме нее ничего хорошего-то и нет, ну кроме мультиплатформы. И тем не менее, на данный момент я хочу сказать, что игра не стоит, собственно, покупки консоли определенно. Но тем не менее, если вы купите консоль, то есть как минимум одна игра, в которую можно играть реально с удовольствием. В общем, вот такие дела, повторюсь, я получил... кайф от прохождения этой игры, возможно, потому что это первая игра на PlayStation 4, возможно, почему-то еще, но она мне очень понравилась.
Надеюсь, вам понравилось это прохождение, потому что было довольно весело. Мы вон успели игру сломать, как обычно в предыдущей серии. И я успел схватить рейдж в этой, но я это вырежу, то есть под самый конец, когда мы сейчас бегали, прежде чем я понял, что нужно действовать вообще там. Враги замечают и все такое. Но при этом, короче говоря, было прикольно. Сама по себе концовка и сюжет в целом я считаю довольно глупым и считаю, что в нем очень много дыр, но тем не менее мне понравилось. Для такой простенькой истории было самое оно. И на этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся в других прохождениях. Будем надеяться в хороших прохождениях, хороших игр на PlayStation 4, среди прочего. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.